Когда мне было 20, я был тощий, как велосипед. Когда мне стукнуло 30, я по-прежнему был тощий, как велосипед. И я тогда подумал, что у меня, наверное, такая конституция, и мне никогда не грозит потолстеть. Но когда мне исполнилось 40, я весил уже больше 100 килограммов. И, говоря простым языком, я был толстым. Я еще не дошел до какой-то серьезной степени ожирения, но я был реально толстым. И достаточно долгое время я жил в состоянии «я толстый», до тех пор, пока меня это не достало. О том, как меня это достало, я расскажу в одном из следующих видео. Всем привет!